теледоктор Елена Малышева уверяет, что обыкновенное чаепитие может стоить человеку жизни. Все дело в том, что фанаты чая предпочитают пить его горячим. А напиток, температура которого превышает 60 градусов, в 8 раз увеличивает риск рака пищевода. Это самоубийство – пить горячий чай, уверяет популярная телеведущая. Чтобы снизить риск возникновения болезни, Малышева рекомендует остужать напиток перед его употреблением.